По версии следствия, 20 февраля в частном доме по улице Сергея Лозо родственниками были обнаружены тела супругов и их 5-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти. Причиной смерти предположительно стало отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Туве возбуждено уголовное дело по признакам преступления причинения смерти по неосторожности. В настоящее время для установления причины смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. Почти все возгорания с гибелью и пострадавшими в республике происходят в жилых домах. Причиной этому является халатность самих хозяев частных домовладений, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, неосторожное обращение с огнем. Но всему этому есть решение. Чтобы избежать подобные случаи и даже пожар, рекомендуется установить в домах автономные дымовые пожарные извещатели. Благодаря этому устройству можно избежать тяжелых последствий. Это датчик, извещатель дымовой, оптика электронный, автономный. То есть его преимущество – простота эксплуатации, простота монтажа и цена. То есть любой человек может приобрести его себе домой, вот так как он устанавливается в любых бытовых помещениях, вот, и смонтировать его и пользоваться. Пожарный извещатель реагирует на дым звуковым сигналом. Звук настолько громкий, что его просто невозможно не услышать. Такой извещатель поможет спасти вашу жизнь. Для профилактики возникновения пожаров и отравления угарным газом региональным МЧС и Минтрудом проводятся различные мероприятия, а также установка пожарных извещателей для малоимущих и малообеспеченных семей. В 2023 году пожарные извещатели планируется установить 696 семьям. Сюда входят многодетные малоимущие семьи, 208 семей, маломобильные лежачие, одиноко проживающие пожилые граждане, опекуны и пенсионеры, 381 семья. Семьи, находящиеся в социально опасном положении, тяжелой жизненной ситуации, 105. Семьи, участвующие в государственной программе «Час урок» и «Каштаг для молодой семьи» 2. Средняя стоимость одного извещателя без сим-карты 850 рублей. Средства на установку автоматической системы обнаружения и оповещения о пожаре предусмотрены за счет средств государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Тыва». Для безопасности жизни можно приобрести и установить извещатель самостоятельно. Стоит он недорого – от 500 рублей. Эти приборы необходимо устанавливать не только согласно правилам пожарной безопасности, но и исходя из простого здравого смысла. Если своевременно оповестить людей о пожаре, то вероятность гибели многократно снижается. Инна Клоян, Беликоржик, телеканал ТУВА-24.